Вот, жилой комплекс Ленинградка 58. Около метро водный стадион. Вот метро как раз. Ну и дальше там. Вот она он между Пулковской находится и, собственно говоря, Ленинградским шоссе. Но вот мы видели, когда он только начинал строиться, только рос. Ну и вот теперь построено на части научно-исследовательского машиностроительного института в НИМИ. Вот это, видите, еще сохранилась часть корпусов. Вот это вот института. Вот это, ну, тоже, наверное, скорее всего, будут сносить постепенно. И вот, видите, уже фактически построен этот комплекс Ленинградка 58. Ну, в свое время это оборонка была. Вот тут разные вещества такие испытывались, изобретались, разные виды вооружений. Ну вот здесь как раз вот Конаковский проезд заканчивается, вот он, собственно, тупиковый. Вот. Ну а дальше там уже как раз перпендикулярно ему проходит Пулковская улица. Ну а с той стороны вот параллельно проходит как раз Ленинградка, Ленинградское шоссе. Ну и вот видите, сохранились часть корпусов еще старых советских, вот этого в НИМИ института. Ну а часть вот построен как раз вот этот жилой комплекс Ленинградка 58. Ну а там часть, которая выходит, это самое, на непосредственно Ленинградское шоссе, там вот корпус, но он уже фактически получается не как институт, а типа такого торгового офисного центра, там как, вроде как мебельный магазин какой-то еще. То есть, это... Ну мы смотрели все это, я показывал. Теперь с другой стороны, вот, собственно говоря, и уже на сегодняшний день, на начало апреля, как это все выглядит. Ну, дальше, наверное, тоже будет продолжаться. Может быть, прям чуть ли не до сюда будут строить этот комплекс. Вполне возможно, как вариант. То, что вот это вот с постройки, они явно их могут снести. Ну, вот метро как раз недалеко, водный стадион, вестибюль. И, конечно, автобусная станция.